Сегодня Егор Борисов и исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетили Намский район, где осмотрели спортивные объекты в селах Намцы и Хамагата, а также строящиеся здания многофункционального центра села Красная деревня. В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» будущему центру выделено более 1 миллиона рублей на приобретение кресел и музыкальной аппаратуры. Гости выразили восхищение тем, как работают проекты в отдельно взятом даже не региональном центре, а районе. И на этом якутские партийцы останавливаться не намерены. Мы предлагаем вести партийный проект развития сельских территорий. У нас есть проект «Городская среда», да, о котором я сказал, развитие сельских территорий, потому что мы, в принципе, большая часть России – это сельские территории. И, конечно же, жизнь селян, она связана в первую очередь, мы говорим все время о продовольственной безопасности. Для того, чтобы обеспечить ее, необходимо обеспечить соответствующие условия проживания для населения на этих территориях.